Ельбасы принял председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентину Матвиенко. Стороны отметили, что отношения между двумя странами развиваются позитивно по всем направлениям. Валентина Матвиенко поздравила Казахстан с 30-летием независимости и приближающимся днем столицы. Стратегический партнер по всем направлениям России, сосед, с которым надо строить отношения. Казахстан сегодня это одно из самых эффективных государств на постсоветском пространстве. И, конечно, пройден очень качественный, эффективный путь.